Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна СМИ на канале Питер Видео. И сегодня мы находимся в Ботаническом саду Петра Великого на выставке «Орхидей». Эта выставка проходит в великолепной оранжерее, которая насчитывает 1000 квадратных метров. Здесь большое количество посетителей. Здесь представлены разные виды орхидей, которыми вы можете полюбоваться. И данная выставка пройдет до 8 января включительно. Поэтому всех приглашаем в Ботанический сад Петра Великого посетить эту замечательную выставку в эти новогодние январские дни.